Вчера вышел небольшой снег, подзавалило маленько. Сейчас попробуем завести тручка. Без проблем вообще. Снова наступила красивая зимушка. Снежок подзасыпало так сантиметров 20, наверное, вчера. И все превратилось в белое полотно. Красота. Еду на тракстапчик. Заведу трачок, прогрею немножко. Хотя я уже в рейс не еду, но нужно поддерживать его в тонусе, чтобы он завелся в следующий раз. Каждый день по чуть-чуть прогрел и уже потом лечь. Хотя заводится, проблем нету вообще. Синтетику лью, жиденькая, она очень хорошо. Да и морозов таких, в принципе, нет. Сейчас, ну даже плюс, наверное, сейчас, я не знаю. Может, там минус 1-2, там такое. Ничего такого серьезного. Вот. Жека там уже где-то, наверное, буксует на тракстапе. Сейчас встретимся с ним. Пообщаемся. А, ребята, там по поводу, короче... А наши в комментариях меня заклевали, мол, я ничего там не разбираюсь, туда-сюда, она полезная, от нее никто не умер. Короче, оно так и есть, в принципе, я-то сильно и не разбираюсь, я так ляпнул, знаете, потому что я проезжал это место именно, а вы на меня накинулись. Не знаю, что там за эффекты от этого, но знаю, что это не очень хорошо, и многие из-за этого зависимы. Это начало тяжелых наркотиков, поэтому я так и выразился. Да? Так что вы там сильно не кипишите в комментариях, все нормально. Она есть и полезная в некоторых случаях, а есть и, как говорится, и вредная, кстати. Мы ее проезжаем. Проезжаем дом Анаши. Я его так называю. Дом Анаши. О, видите, Cannabis Connection. Не сочтите за рекламу. Сейчас Жека будет буксовать. Купил себе нового джипа недавно. Nissan Armada. Такой. Он на базе Nissan Patrol. Кто разбирается, знает. Вот. У него полный привод. Все, Жека пошел. Вот это да. Восьмерочки, восьмерочки. Меня разворачивает. Надо разгон набрать, чтобы нормально покрутить восьмерки. Давид, КамАЗ тут стоит. Опа, ничего себе. Только заметил. У нас на районе. Ну, Жека на полном приводе буксует. В другую сторону, понимаешь? Скажи, вот это мы сейчас паркинг почистим, вот это фан, да? Супер. А у тебя все четыре крутятся. Ничего себе, у меня только двушечка, я думаю, меня так разворачивает. Супер, супер. Сейчас заведу трачка. Далеко заезжать не буду. Снег не почищенный. О! Тебе немножко навалило. Я в тапочках таких, конечно. Неподходящих. Жека восьмерки наваливает. Все, надо же кому-то чистить паркинг, правильно? Мы вот и пришли на помощь. Пришли на помощь тракистам, чтобы им легче выехать было, чтобы не забуксовали. Холодный старт. Холодный старт Volvo VNL. Так, знаете, не как в прошлый раз. Гораздо поменьше снега. Ну,
работает, работает пару секунд. Сейчас раз. И поднимаем обороты. Все, и полчаса пускай работает. Ну и полчаса, минут 15. Благодать. Да, на улице вообще не холодно. Вообще реально тепло, наверное, плюсовая температура. Просто кайф. Так, начинается Winter Fun. Да, старую GoPro достал. Ну, так снимает классно. Стабилизации нет, но снимает огонь. А ну, Юрик, покажи мастер-класс. Сунул? Сунул, высунул. Это комедия. То, что надо, Денис, да? Твой вес вообще идеально для этого. Смотри, как хорошо едет. Юра, это максимум? No, it goes faster, если I don't. Там тоже кто-то гоняет. Это там на трек. Ничего себе, на лысых колесах пробивается через снег еще и как. Я за инстаграмлю. Да, Winter Fun пошел. Завели квадрика. Малым. Денис, ты на борща побольше кушал. Сейчас Денис, он легкий, он застрянет сейчас в нем никак. Че, китайский квадроцикл. Такие здесь выкидывают на мусорку. А наши нашли, отремонтировали и уже катаются. Вот так вот. Еще и как на нем. Надо сказать, что мы в Украине, ребята. Мы находимся на территории Ивано-Франковской области. Едем на базар. Сегодня суббота. Это означает базарный день в этом городе. Ну, наверное, и во многих других городах Украины. Я так понимаю. Едем что-нибудь купим. На базаре каких-нибудь продуктиков, всяких вещей. Короче, здесь на базаре до сих пор торгуют все, что хотите. Можно от трусов до еды. В общем, у нас тут в машине еще бардак. Мы на днях ездили в славный город-герой Киев, чтобы сделать малышу американский паспорт. Да-да, представьте, я сам не знал, что здесь можно прямо в Украине, если вы гражданин Америки, сделать малышу паспорт. Его пришлют прямо домой. И все, он с таким паспортом может уже быть полноценным гражданином и выезжать в Америку, ну, в любую страну, в принципе, где можно американцам без проблем. Ребятки, движемся в город Калуш. Снова выезжаем по делам. Сделали мы малышу паспорт, едем делать
документы Лесе, а именно берем справочку для того, чтобы иммигрировать в Штаты и даже попасть на собеседование, нужно брать справку из полиции, которая говорит о том, что вы не были судимы и вообще, ну, как бы у вас статус нормальный. Никаких проблем с полицией не было, арестов и тому подобное. Вот сейчас мы за такой справкой едем в город Калуш. Или, может быть, даже Ивано-Франковск, если местным РЭО, эта полиция будет закрыта. Ну, ГАИ. Погода у нас, как видите, началась нелетная. Стояли теплые деньки. Февраль месяц, сегодня 4 февраля. Вчера, буквально позавчера, было плюс 10 температура. Сейчас тепло, но осадки. Вот такой дождик начался. Лучше бы, конечно, снег. Если честно, природа уже думает, что на самом деле весна и начинают появляться почки на деревьях, что не есть хорошо. Вот, а следующим шагом после уже этой справочки, которую мы возьмем, нужна справочка для Леси из больнички на все прививки, которые у нее были в детстве, сейчас. Дальше заказываем медицинское обследование и собеседование. И после этого уже можно будет спокойно выезжать в Штаты. Противникам это, да? Нет, оно в таком этом холдере. В общем, выехали. Едем миссис Колесниченко делать справочку. Где? Скажите, пожалуйста, миссис, вы не были судимы и не сидели ли вы на зоне? Или что-то наподобие. Были ли под арестом? В таких выпадках трассе молчат. Это правильно. В общем, едем. Едем потихонечку в сторону Калуша. А может быть, еще придется в Ивано-Франковск, я говорю, съездить, да? Не, я подзвонила. Точно Калуш. Все, знаешь, Калуш. Это отсюда примерно час езды. А едем мы по Балехам. Небольшой городок в Ивано-Франковской области. Здесь раньше была атомная война. Ну, не в смысле атомная война, но дорога выглядела как после войны. С ямой, такие кратеры были, которые мы должны были объезжать по сторонам, по дворам, по всяким. Но все-таки правительство сжалилось над народом и сделало ровный асфальт. Под ней залили бетон, сверху асфальт, несколько слоев. И вот сейчас мы едем, наслаждаемся всей этой красотой. Поехал, здесь катаются контейнеры к Мацу или Кэт. Поехал. Что-то будет опять строить. Или ремонтировать дороги. Местный Бруклин Бридж. Мостик Балеховский. У него лимит, что ли, 16 тонн, а траки на нем ездят. Трак ездит по 40. Давай сзади. Дымит. Анализируемся внутри. Вот видите, здесь какие кратеры еще присутствуют. Это местная Балеховская больница. Давай, я зайду за одну. В которой мы прописали нашего малыша. Отсюда врач приходит на дом и смотрит нашего Андрейку, чтобы было с него все в порядке. Хорошо, что близко, далеко не надо ехать за врачом. Не, смотрится ничего. Так что, в общем, друзья, мы в процессе иммиграции для Леси сейчас. Делаем все документы, на ребеночка уже сделали. Дай бог, через пару дней должен прийти уже сертификат, что он родился в Украине, но американец, такой специальный сертификат, CRBA, кажется, называется. И по нему уже мы сразу сделали, заказали паспорт, загранпаспорт, по которому малыш сможет сразу вылететь без всяких там оформлений в любую страну. Ну, а у меня, короче, было всего лишь 12 дней в Украине. Ребята, когда я залетел, это получается, какое число это было? 24 января я залетел в страну. У меня было 12 дней, чтобы сделать себе вид на жительство. Но оказалось, что за такой короткий срок ничего нельзя сделать в Украине. И там только одна бумага, как это делается, 30 дней. Потом в течение года делается этот вид на жительство. В общем, я не успеваю. Такие вот
законы здесь. Но я как бы сам виноват, я пробывал здесь дольше, чем я должен был. Ну, как бы я нарушил 90 дней, и был там 95 или 105 дней, на 15 дней, кажется, больше, и заплатил штраф при вылете в Америку. И сейчас мне опять, когда мы будем улетать, придется заплатить, наверное, штраф еще 2 раза больше, потому что дней будет у меня, наверное, 100, 120, может быть, я нарушу. Но что делать? Если сейчас я со стороны вылечу, то я уже 100% не заеду 3 месяца, а мне нужно здесь быть. Так что такие дела. Ну, по подсчетам, примерно здесь, наверное, мы еще пробудем 3 месяца до мая месяца. Сейчас у нас 4 февраля. Получается, февраль, так. Пробудем февраль, март, апрель. И в начале мая, я думаю, что мы уже поедем в Штаты, если все документы будут готовы и как бы будет дано добро на все это дело. Так что мне отъехать надо, наверное. Отъехать надо? Немножко на месте. Нивы. Нивка подъехала, это скорая помощь, типа. Ну как, это служащие. Служащие, медичная служба называется. Здесь такие вот без проблем. Но здесь, как видите, вообще красота. Это тоже да, это тоже центр, как бы, но уже такой не сильно центровой центр. Вот, может разъехаться только 2 мотоцикла максимум, остальное колдобины. Ну, тут пошла уже немножко лучше. Бедные фуры, они просто страдают по таким ямам здесь. Какой-то космический корабль. Вольва, оказывается, с Чехии. Космический корабль прошлого века. Вот такой вот кусочек, и снова начинается благодать. Правда, переход не сильно плавный. Стоит Mitsubishi Galant, первый мой автомобиль в Штатах, вообще первый автомобиль, старенький, 95 года, так, переезд, аккуратнее. Долина, Долинская, подожди, это какая, это тоже Ивано-Франковская область, да, город Лы, Ивано-Франковская область, более про населенный пункт. Местный базар. Сегодня базарный день. Мы в прошлый раз приезжали сюда, тоже базарный день. Там много людей. Оказывается, еще бывают базарные дни где-то. Это, в принципе, как и у нас. У нас есть Fleet Market. И он тоже по воскресеньям, кажется, ну, по-разному дням бывает. Чего только не продают, но так сюда не видно. Много овощей, фруктов, бананы, мандарины, пожалуйста. Домашнее вино. Можно купить все, что хотите, если есть деньги. Но часто денег не бывает с такой зарплатой. А вот там красивое озеро слева. Озерцо. Вокруг него можно гулять, обалденно. Родник, в котором набрать можно родниковую водичку здесь. В этом регионе, в курортных местах, есть такие города, как Моршин, Трусковец, и там очень полезная вода. Обалденная заправочка, Опка. Здесь, как и на ТИ, как на всех трекстапах, у нас есть поинты. Накопляешь поинты, потом можно бесплатно кушать, пить кофе и все такое. Можно и заправляться на эти деньги, да, что хочешь. И, кстати, поинты классные. Тут на $100 заправляешь бак и $10 возвращают. В принципе, неплохо. Калуш. Добрались до Калуша.
все в сторону МРЭО. Все, налево? Совдепа фасад. Да, фасад сделали уже. Вот он новый, точно, да, старый. Да. Здание, да, более такое интересное. Кирпичиком все дела. Я думаю, квартиры тоже там будут не дешевые. В общем, едем в местную полицию брать справочку. Потом до дома. Так, добрались мы до местного МРЭО. До местного МРЭО сейчас будем идти брать справочку. Ребята, у нас сегодня зима. Вчера была плюсовая температура, плюс 10, а сегодня уже вот такая красота. Посмотрите на эту сказку. Как красиво вокруг, правда? Деревья. Деревья просто. Красота. Скажи, класс, да? Неимоверно красиво. Снег страшно мокрый. Поприлипал на все деревья, дома. Но сделал такую зимнюю сказку, что просто. Немножечко подбираем. Все, чистехонькой, конь вороной, отзавалило хорошо, ребята, снежок мокренький такой, серьезно, сейчас будем лепить снеговичка. Вот такая красота на улице, уже прибирают снежок. Сегодня нас погода порадовала. Завалило так завалило. Как же красиво все-таки зимой. Финиш. Закатали снежную бабу. Не прошло и 3 часа. Вот такая вот красавица иноземная получилась. Шляпи у нее такой. Как в лучших модельных заведениях Парижа. Вот такой вот красопелла.